Да, казалось бы, все прекрасно было в нашей родине. А было и то, о чем я вам прочитаю. Елабуга, год 1941, год смерти величайшей поэтессы мира Марины Цветаевой. Свести счет с жизнью нелегко, пока в душе осталось что-то добро, а может даже хотя бы с одним из тех, кто проще или умнее, не будет врать и мысли ложью не полощет. Но арестованный муж и дочь, что не лгала ни разу, и сын не бьется точно плющ вокруг души, а скажет фразу и все обидеть норовит, как будто ты во всем виновна, и сам на фронт уйти спешит, пока хоть он совсем не сломан, а может все совсем не так, но не с кем словом перемолвится, и равнодушный взгляд, как знак, что не уйдет ты в стену ржавый крюк, как вето века страшного знамения, где столько зла и столько мук, и нет от горя избавления. Художник, Колыма, 1951 год. На стену в винченном крюке висит подрамник, холст натянут из простыни, где в уголке художник расписался с пьян. Он пишет северный пейзаж, скупой, суровый и холодный. Такой вдруг получил приказ начать лагеря. Тот был свободный, да век свободы не видал, трубя всю службу в Магадане, поэтому и приказал без столь привычной зэкам брани писать картину для него. Когда-то сам держать палитру старался. Победило зло. Теперь он держит лишь пол-литра, а, впрочем, чаще пистолет. Но сердце тянется к искусству. На Колыме музеев нет, а в тундре бури, в душе пусто. Он зэка водкой угостил, в Москве-то членом был союза, а тут начальству угодил, как скажут в лагере, от пуза. Пока ты сопки серый склон, на нем березки две кривые, и странный небосклон, а небеса, как волки злые, и ветер, что продул насквозь всю Колыму, его не видно, но чувствуешь, что он как кость в тебя вонзается обидно. В зеленой свежести трава, как вызов лагерному краю, где золото, как в мире зла, из-за него тут погибают. И солнце скоро уйдет спать, но дышит им еще природа, и все пытается понять, когда придет сюда свобода, где спасение души не просят ни Москву, ни Бога, не молятся уже в тиши, а умирают понемногу. Мне рассказали, в полотно уперся взглядом на члах грозно, закрыл, как кобру, окно и плакал молча и бесслезно.
взгляд из собранной иголки и тучей грозной непростой, как будто с миром всем в размолвке открылся мудрой глубиной, и я заговорил с ним молча о всем, что мой терзало ум, что для кого-то было порчей, как страсть, волнение и шум, и жизни вечные тревоги. Да, с вами можно говорить о чем с людьми толкуют боги, когда так трудно, грустно жить. А все без слов, что надоели, и на бумаге лгут подчас, и вот в душе, как звук свирели, они вдруг воскрешают нас.